Короткая история, товарищ Верховный Главнокомандующий. Зона специальной военной операции, Херсонское направление. И слышим ваше выступление. И вы говорите, я лакец, я чеченец, я осетин. И в это время не только у меня, но я скажу лично за себя, сил хватало у меня для выполнения поставленных задач, но прибавилось еще больше. Я сам армянин и родился в городе Ленинакан, вырос в Омской области, в Омском районе, поселке Андреевском. И не мешало мне в ходе выполнения любых поставленных государственных задач чувствовать себя русским офицером. Это вызывало у меня чувство гордости и вызывает до сих пор. Наши западные партнеры пытались на поле боя нас сломать. Ничего у них не вышло. Пытались устроить раскол внутри нашей страны. Ничего не вышло. Народ нашей страны сплотился в один кулак и превратился в монолит, как в песне Олега Газманова «Вперед, Россия!». Потому что мы внуки тех дедов, которые спина к спине бились против фашистской Германии. Наше дело правое, и правда за нами, и Бог с нами. Тогда какая разница, кто против нас?